Доброе утро всем. У нас на улице 14 градусов всего. Представляете, какого холодрыга? А я пораньше встала, чтобы поехать и за своим аппаратом и купить его до работы. Вот, позавтракала бутербродиком с лососем. Очень вкусненький получился. Так, сейчас... Путиник задолбал. Если вот не выключишь его вовремя, он так и будет тебе звонить, названивать. Так что вот я даже с длинным рукавом сегодня надела такой свитерок, чтобы не мерзнуть. Маечки почти все уже прибрала. В общем, гардероб почти у меня зимний. Вчера тоже. Но на ночь, глядя, мне приспичило заниматься гардеробом. Так что... Мамо, Минга, суви. 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 Минга, суви. Будем типа одеваться. Я приехала очень рано, потому что, оказывается, я вчера в банк же ходила, и карточка у меня банковская осталась в другой сумке, в спортивной, скажем так, с которой я хожу. И что-то, зато деньги на это, мне же муж дал, на машинку-то, на эту, а лежали отдельно. Бенде бараки. И, в общем, вот так вот. К чему я? Я могла бы что-нибудь еще купить, но так как не было денег, я ничего не стала смотреть. Я освободилась очень рано. Смотрите, какой балкон красивый в цветах. Здесь клиенты мои живут. И приехала на работу на полчаса раньше. Сейчас вот хожу, гуляю. У нас прям как зимой, холодно, 15 градусов. Представляете, у нас так зимой. Ну вот зимние 15 градусов, вот сейчас 15 градусов, они очень различаются. Не знаю, как, с чем это связано, но вот но сегодня тоже холодно. И у меня нос замерз. И иногда маску надеваю не для того, чтобы там что-то, чтобы нос согреть. А вот, поэтому зимой она даже будет очень актуальна не от какого-то там вируса, а просто от холодного морского ветра. Сейчас пойду на... У нас тут смотровая площадка есть, там погуляю с Чарли. Что делать? Я вот такую вот хорошо, хоть это жилетка такая теплая, она шерстяная. Вот в ней хожу, потому что холодно. А когда вот так холодно и небольшой холодок... Оля, иду по Рио. Anda, te está gastando energía, ¿no? Sí, voy echando una barriga. Eso, hay que deshacerse de ella. Vale, hasta luego. Смотрите, какая красота. Тоже клиентка одна. Стала, говорит, много энергии во мне было. Я хожу, говорит, трачу. А еще, говорит, живот растет, надо от него избавляться. Ну да, живот это такое. Чарли, вынь таки это свой-то. Здесь машин нету. Живот это такое дело. В общем, аппарат какой купила. Аэрогриль. Аэрогриль нет. Аэрофритюрница. Аэрофритюрница. Во. Жарит, парит без масла. Вкусно, полезно. Я давно такое высматривала себе. А вот. Вы знаете, я когда была в России в этом, в декабре, у сестры двоюродной увидела там... Там не так, не аэрогриль был, не ария это вот это вот, как он называется-то, господи, а другая какая-то.
Ну, смысл был тот же. В общем, хотела себе тоже приобрести. Высматривала. Что не открывается, не пойму. И вот тут гляжу. В Алди привезли чудо этот аппарат. И думаю, надо мне его приобрести, чтобы вкусно кушать и полезно. Я уже тут приготовила себе рыбу, замариновала с лимоном, со специями. Вот. И чтобы опробовать все это. Так. Пишите в комментариях, есть у вас такой агрегат. Это то же самое, как бы, как и духовка, только готовится горячим воздухом. Сильно прям он там, горячий воздух циркулирует, и таким образом готовится. Но занимает намного меньше места. Смотрите, видите, сколько места, совсем мало занимает. Поэтому шикардос. Так, конечно, инструкции мы не читаем. Кто читает инструкции, правильно? Никто не читает инструкции. Так, как тут открыть его? О. Вот такая здесь чаша. А, вот так. А, о, вот такая чаша. В нее накладывается все и готовится. Очень интересно, друзья. Сейчас буду пробовать. Сначала помою, естественно. Как без этого. Тут что-то, знаете, и по телефону можно. А, нет. Еще одну инструкции. Мы потом, знаете, в туалете почитаю. Обычно так это все делается. Там времени много. Ну, кто-то по-быстрому, кто-то по-медленному. У меня много времени там уходит. Тут, смотрите, можно и бисквит делать. И магдаленки. Вот, мне рыба интересует. Очень интересно. Девки пляшут. Картошку жареную. Как все интересно. Так люблю всякие. Смотрите, какая она. А то это занимает сколько места в этой. Духовка. И по-быстрому, наверное, делается. В общем, сейчас, друзья, будем пробовать. Будет вкусно и полезно. И минимум масла. Там вот, например, чтобы пожарить картошку фри, нужна, по-моему, чайная или столовая ложка масла. Ну, картошка. Я не для картошки, я взяла для рыбы, для мяса. Все дела. Ладно, сейчас помою все это дело. Вот это тоже все моется. Прикольно. И вам расскажу. Говорите вы мне, есть у вас такая штука? Аэрогриль. Аэрогриль нет. Аэрофритюрница. Вот. Шайтан машина заработала. Смотрите, 18 минут написано, будет готовиться. Это все так красиво вообще. Такая она мне классная, правда? Вообще, я так рада. Ну, вернее, что рада-то? Посмотрим, как там будет в действии. Ну, вообще, смотрите, все как... Тут вот высвечивается, видите, что рыба 180 градусов. 18 минут. Очень интересно. Девки пляшут. В общем, здесь все можно, все-все-все готовить. Вот такая вот классная у меня шайтан-машина. Давно ее хотела, высматривала. И мне кажется, для полезного питания будет просто оно. Как я рад, как я рад. Так, это у нас гарантийный талон, наверное. Ну, коробки я держу где-то, не знаю, может быть, полгода, а потом выбрасываю. Как-то так. Вот такой вот у меня шайтан машина. Кстати, надо свою карту банковскую достать из этого. А то без карточки ни туда и ни сюда. Ну все. А я пойду отдыхать. У меня будет готовиться рыба. А я пойду отдыхать. Еще новый агрегат у меня в моем арсенале. У меня чего так нету.
Вы знаете, кто любит готовить, наверное, тоже так увлекается всякими этими шайтан-машинами. Вот, поэтому, мне кажется, женщины любят всякие такие гаджеты. О, что я надышала? А, нет, ничего, это что минуту она готовилась. Ой, что-то мигает, сверкает. Ой, уже рыбкой начинает пахнуть. Вот отсюда, наверное, идет вот этот вот воздух как раз на вытяжку. Так что, как это, туды-сюды, туды-сюды бегаю. Мне кажется, что уже все. Ой, да. Уже все. Смотрите, как она за 8 минут поджарилась. Ну, надо же. Обалдеть. Смотрите. Быстро, вкусно и полезно. Ну, обалдеть. Всем приятного аппетита. Кто такой? Пришел сверху, весь такой горячий, позагорал на солнышке, да? Позагорал на солнышке. Баха. Даже говорить ничего не надо. Тумба. 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 Пата. Но. Пата. Мувин. Такое счастье. На еще рыбку маленькую. На еще рыбку маленькую. Сид, сид, но, сид. Мой бен, на. Ой, скура такая моя. Вот поэтому он такой горячий пришел. Он когда сверху приходит, у него какой-то, знаете, он там лежит, наверное, минут по 10. Вот так он ходит туда, наверх, на солнышке. Потом прибегает такой, может, что, приснится ему или что? И давай быстрее. Как свои эти обнимашки, целовашки, так смешно. Ну, я что-то, знаете, подзамерзла. И сейчас надену кофточку. Хотя на улице написано 25 градусов. О, у меня там не убрано, чтобы вы не видели. Ой, в спальне там такое творится. Там знаете, что творится? Там одежда меняется. Летняя на зимнюю, мешки. Когда их уберу, не знаю. Но вот перебираю каждый день, перебираю. Что-то убираю, что-то ненужное. Вы знаете, ничего не хочу выбрасывать. Я выбрасываю вещи, ну, где-то, когда года два уже не надеваю. Ну, вот чувствую, что просто перекладываю с одного места на другое. Тогда уже выбрасываю. Вот, ну, не на помойку, там специальные места ношу. Вот, чай пью. Вот, и... А пока вот так вот, что-то смотрю туда, высмотрю. Вот представляете, в прошлом году я не могла найти свитер для Чарли. У Чарли есть его свитер, и я не могла его найти. Хотя прошлая зима была очень теплая, и он практически не понадобился. Сейчас, кстати, вам покажу его свитер. Он клевый, ему года 4, наверное, этому свитеру. Кто-то там будет смеяться или что, но вы знаете, что типа собаки, они на улице живут, им все. Ну, какие собаки на улице живут, то да, они привыкшие к холоду, к зиме. А если собака домашняя, то он, естественно, у меня Чарли спит под одеялом. Он не привык к холоду, и вот даже вот когда холодно, у него есть, это моя кофта принесла, вот такой свитер. Он классный, мне он очень нравится. Вот с воротом, он прям ему до ушей этот ворот. Да, Чарли, не буду сейчас надевать. Он сразу с непривычки, как бы, видите, классный свитер вот такой. С ножками тут, в общем, прикольный. Немного большоват ему был, я тут шушила немножко. Вот, ну нормальный. И вот я его ношу, когда прям холодно. Но у него еще есть куртка. Да, куртка, в этой куртке... Это Adidas, это вам не хухры-мухры. Мы ездим, когда мы ездим на снег в Сьерра-Неваду с капюшоном, или я, когда дождь у нас идет сильный, так как он непромокаемый, я тоже надеваю ему, вот, когда идет, он, видите, с ногами, вот, теплая-теплая куртка. Во-первых, у него на животе шерсти вообще практически нету. Ну-ка, давай покажем. Видите? Тут практически шерсти нету. И он у меня мерзляк, весь в маму пошел. Вот тут. И поэтому надеваю ему куртку, когда, ну, ездим куда-то в снег или еще куда-то. И вот все, больше одежды у него нету.
Поэтому я не помешана на какой-то одежде, там, знаете, там собаки, ля-ля-ля, тополя. Вот, этого достаточно. Свитер ношу зимой часто, носит. Но вот в прошлом году я его не нашла. А он лежал сейчас, в этом году нашла его, он прям на видном месте лежал. А в прошлом году не нашла. Новый не стала покупать, потому что думала, холодно будет. Но зима была, говорю, теплая. И поэтому обойдется. Он мерзляк, поэтому как бы, как так. Хотя он у меня беспородный, дворняжка, но домашний дворняжка, мерзляк. Пойду батареечку подзаряжу. Такая погодка замечательная, очень много народу. Конечно, все с Гранады сюда рванули, потому что у нас в Гранаде, в общем, там полукарантин, скажем так. Парки закрыли все, в общем, гулять негде. В барах 50% только можно находиться там. Вы поняли, да? Вот, и вот все ломанулись с Гранады к нам на берега. Загорают, купаются. Ветерок такой прохладненький. Ну, я мерзлячка, кому-то... Я вот иду с длинными рукавами в этой, в Судадере, а люди вон там загорают, сидят. Кому что, как говорится. Ну, море, конечно, шикарное, вообще ничего не скажешь. Уже так хорошо сегодня поработала. Без напряга, знаете, и без остановок. Так люблю работать. А не когда все, как говорится, в один час ломанутся ко мне. Вот. И не знаешь, куда их раскидать и как их раскидать. Все в один час, пум, пришли, все, оприходуйте меня. А сегодня вот так, одна ушла, другая пришла. Хорошо. Вечером тоже хорошо поработала. Не знаю, ветер прям прохладненький. Яхточки какие-то там стоят. В общем, гуляем. Чарли, тебе нравится? И едем домой. Опс. Спряталась. Шайтан-машина стоит вот там. Ей самое место. Она выхлопных газов сильно не выделяет. Вот. Поэтому испарений тоже там никаких нету. Поэтому там будет стоять. Потому что всеми этими тостерами мы каждый день пользуемся. Чайник на дню по 50 раз. Этим тоже почти каждый раз, как готовлю, пользуюсь. Поэтому вот так вот. Потому что если шайтан-машину спрятать куда-то, то я ей пользоваться не буду. Ее будет неохота доставать. Кстати, думала, чем я могу поужинать. И увидела два хвостика рыбы, которые я не доела. Вот мой ужин. Кстати, хвостики вот. Вот такие они. Вот. Скумбрия-то была вот такая вот малюсенькая. Ну все, друзья, ужин себе достала. Что там такое? Что такое? Ну-ка. Корм есть. Что такое? Не бушуем. И чай. И обязательно чай с имбирем и лимоном и мятой. У меня, кстати, мята... Ух, бля. Вот стоит мята. Но ее кто-то пожирает. Поэтому я от нее буду избавляться и посажу сюда другую мяту. Вот я прям вот так вот делаю. И все. Мою. И в чай кидаю. И вот так вот. Замечательный такой чай. И ложечка меда. И витаминчики, витаминчики. Так что вот такие вот, друзья, дела. Завтра воскресенье. Что делать буду, даже не знаю. Ну, точно ни в какие бары там по пиву мы не пойдем. Что да ну нафиг. Так, ладно, всего самого лучшего. Подписываемся на канал, обязательно ставим лайки, пишем комментарии. Что-то вы как-то скучно, не пишите мне комментарии, загляну, а там никакого комментария нет. Это становится грустно. Вот. Так что пишите, хоть вот так вот ручкой помахайте. И я знаю, что вы там, по ту сторону камеры, а я тут. И мы обязательно с вами встретимся в моих влогах. Всего самого наилучшего. Всем пока-пока, до завтра.